да? Напряжение, люди домой пришли, напряжение упало, да? И все, она уже не тянет. Вот. Ну и даже бывает от одной розетки она не тянет, потому что там у нее два шнура, да, да. Надо в разные розетки делать, да, а от одной она начинает барахлить. Еще и компрессор, если ставишь, все садится. Так-то и 10 хорошая машинка, компактная машинка такая, да. Вот, по чердакам она нормальная. Но эту, в принципе, тоже можно поднять на 5-й этаж. Но ей нужен воздух. А бачки, в принципе, можно то же самое убирать или не убирать, а ставить сюда напрямую бачковые насосы. Бочку, да, подключить? Угу. Она, в принципе, такая же, как А20. У E10 еще единственный недостаток, что у нее только, сколько там, 15 метров, да, шлангов? Да. И больше не сделаешь. Вот. А этой можно. Это, вот у нее эти подогревы, трансформатор для шлангов. То есть ей можно прицепить и 48 метров шлангов.